Вы новичок в интернет-бизнесе? Вы хотите начать зарабатывать в интернете? Создать свой видео или аудиокурс и научиться его продавать? Хотите создать свой собственный сайт, блог, интернет-магазин или канал на YouTube и раскрутить его? Подписывайтесь на канал о заработке в интернете, создании и продвижении сайтов, бизнес, маркетинг. Ссылка на канал в описании к этому видео. Всем привет! Мы находимся в Питере на Крестовском острове. Это Дива-остров. И здесь я вам хочу показать, рассказать о офигенном способе рекламы. В данном случае я такое первый раз видел. Меня просто потрясло, как Великолукский мясокомбинат, который вы сейчас видите на своем экране, как он прорекламировал себя, свою компанию, свой бренд, свой Великолукский мясокомбинат. Великолукский мясокомбинат — это в городе Великие Луки. Мясокомбинат находится в Великие Луки, это Псковской области, второй по величине город по численности населения Псковской области. И что он сделал? Дива-остров на Крестовском острове в Питере — это парк развлечений. Там очень много различных аттракционов. И 2 года назад я там был, где-то примерно 2 или 3 года назад. Этого аттракциона я не видел, но сейчас я пришел и смотрю американские горки, а в Америке называют русские горки. Так называются горки Великолукский мясокомбинат. И даже в кассе, где продаются билеты на различные аттракционы, так там и указано: горки Великолукский мясокомбинат. Вот таким способом мясокомбинат решил прорекламировать себя. В Псковской области и в Питере, везде, буквально на каждом углу стоят маленькие магазинчики, ларьки Великолукского мясокомбината, и мне кажется, теперь каждый будет подсознательно знать, что такое Великолукский мясокомбинат, потому что оно такое забыть невозможно. И кроме того, что самое удивительное, не только реклама своей продукции, своего бренда, но также и вложения, хорошие вложения тоже в бизнес. Поэтому в данном случае способом аттракциона рекламируют не только свой мясокомбинат, но и еще эта же реклама зарабатывает деньги, потому что рано или поздно вложения в такой аттракцион отбиваются, и аттракцион зарабатывает деньги, рекламирует мясокомбинат и еще зарабатывает деньги. Вот такой интересный способ рекламы. Ну что, ребята, комментируйте видео, может, у кого-то еще будут какие-нибудь такие интересные наблюдения, может, еще кто-то расскажет в комментариях о том, как видел, возможно, какие-нибудь способы рекламы подобные этому. Ставьте лайки, дизлайки, обязательно подписывайтесь на мой канал на Народный бизнес, чтобы следить за новыми видео со способами заработка в интернете и в офлайне. До новых встреч, всем пока!